Это настоящее страусиное яйцо. И в интернете написано, что одно яйцо может накормить 10 человек. И сегодня мы это проверим. И вот 10 человек сейчас кушают. Процесс пошел. Во-первых, ребята говорят, что страусиное на вкус от куриного не отличается. Я бы не понял разницу. Родители убивают. Особое отличие. Но наелись ли они? Давайте узнаем. Насколько ты наелся по 10-бальной шкале? Максимум 5. На двоечку, троечку где-то. 2. 4. Но это максимум. Твердую шестерку. 4, ну. 5. 8 из 10. 5. 6,5. До отвала наесться, конечно же, не получится, но как завтрак на 10 человек, я думаю, сойдет. Такой был ролик, обязательно подписывайся и ставь лайк. Пока!